избрать это дело Баку и Еревана. Но такую взвешенную позицию Москвы разделяют далеко не все. И, похоже, с принятием верного решения готовы, что называется, помочь. Согласно западному, так называемому Вашингтонскому проекту, который нигде официально не опубликован, но, конечно, уже стал достоянием общественности, Армения должна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Никакого особого статуса у него нет. Потеря Карабаха и присоединение к Азербайджану, и что еще более опасно для Армении, это вывод российских войск из армянской территории, из Карабаха. Это неминуемо приведет к нарушению этого баланса геополитического, который в первую очередь опасен для Армении. И получается, что Запад Армению, знаете, отдает в заклание для решения главного вопроса, это, так сказать, нивелирование российского и иранского влияния на Кавказе. О будущем всего Закавказья в Ереване и Москве сегодня говорили участники Лазаревского клуба. По мнению бывшего президента непризнанной республики, Карабах играл и будет играть одну из ключевых ролей в истории. И очень важно сегодня исключить ошибки, которые будут иметь необратимые последствия в будущем. Надо прекратить заигрывание, представляющее прямую угрозу нашим национальным интересам. И хорошо, что в наших обществах есть люди, а их большинство, которые знают подлинную цену и искренне дорожат дружбой между нашими народами. Запад в лице Вашингтона эти отношения мало интересует, и предлагая мир на своих условиях с чужими потерями, он считаться явно не будет. Тот случай, когда цель оправдывает средства, а цель одна – выдавить Россию с Южного Кавказа. По некоторым данным, правительство Пашиняна якобы изъявило готовность подписать Вашингтонский документ чуть ли не в середине ноября, что вызвало острую реакцию внутри страны. Это геополитическая катастрофа, которая предусмотрена вот этим Вашингтонским документом. И поэтому мы решительно против этого. Запад, конечно, ничего, наверное, не имеет против Армении. Но, как в известном фильме говорится, ничего личного, только бизнес. То есть они имеют против России вопросы. Но разменной монетой может стать Армения и вообще весь регион Южно-Кавказский. Впрочем, сейчас самое время для взвешенных решений. Впереди встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи. Как написал сегодня президент Никол Пашинян, Ереван согласен выстраивать отношения с Баку на основе российских предложений. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.